Сюнин, разведай местность. Брат Волка, я здесь! Как ты нашел меня? Где Тока? Тока догадалась, где тебя искать. Она в Миллионе ищет твою пропавшую стражу. Я потерял Энгельвина. Но солдат сказал, он поехал в местную церковь. Идем, проберемся через трущобы. Даже сюда доносится вонь мочи и грязи. Сигфред, я не допущу, чтобы война пришла в Англию. Мне нужна встреча с Карлом. Зачем? Торговаться с этими треллами? Ты что, не помнишь о моем побратиме? Помню, потому-то я и должен. Для того я и приехал. Я убью Энгельвина, а ты устроишь мне встречу с королем Карлом. Тебя не образумить, брат Волка. Такой же дикий, как твой лесной побратим. И правая рука короля. Собирает сторонников, нет сомнения. В самом жарком бою мы будем драться мужественно и доблестно. И победим зло, как побеждали всегда. Самодоволен, как всегда. Рядом с ним Газлен, епископ парижский и грозный воин. Для Франка, конечно. Этих пока оставим. Чтобы добраться до Энгельвина, тебе нужно найти способ попасть в его церковь. Может, вонь приведет тебя к нему? Не слишком надежный проводник. Будь это легко, я бы давно убил его сам. А у тебя есть преимущество. Тебя эти люди не знают. Этот волк Сигфред почти у наших ворот. И чего он хочет?
того, чего хотят все норманы. Крови и серебра, ваших и моих. Я-то им хорошо знаком. Кто-нибудь там внизу что-то дознает. Главное суметь развязать языки. Ты даешь мне слово. Потом мы найдем Карла. Ладно, только поспеши. Нельзя надолго оставлять миллион без защиты. От франкской вони меня и так тошнит. Всего трое? Оскорбительно. Я справлюсь. А ты ищи Ингельвина. Он прячется в своей церкви. Ты прошмыгнешь внутрь, уболтаешь кого-то из его людей или зальешься кровью? Как сделал бы ты? Они это заслужили. Но ты, сестра Волка, тебе не нужен мой совет. Так что ты сделаешь? Я найду свой способ. Защитник Парижа и слуга короля. Он сказал вам правду. Норманам нельзя верить, потому как они норманы. А это значит, что они, ну, норманы. Не в первый раз они пришли. И это еще не конец. Но мы положим этому конец. Потому что, наконец, дело за нами. Хлебушка или монетку? Хлебушка или монетку? Ты здесь хозяйка? Хозяйка? Человек наивный сказал бы, что да. Чего ты хочешь? Дела идут неплохо. Если буйная орава солдат, надирающихся вином за мой счет, это неплохо, то да. А тут еще и этот старый пропоица. Видишь, жалуется на епископа всем, кто готов слушать. О, я бы его выставила, но, признаюсь, мне нужны его деньги. Мне нужен епископ. Епископ? Уж точно не в нашей дыре, Монами. Он не желает марать свои святые стопы. Но здесь бывает один священник, писарь епископа. В прошлый раз он проповедовал целому отряду солдат. Спасибо за помощь. Ты, видно, из тех, кто не прочь послушать жалобы. До встречи. Вино развязывает языки, как и Эль.
таверне я наверняка узнаю, как попасть в нужную церковь. Кто-то должен доложить епископу, что тот писарь больше его не побеспокоит. Я не пойду. Мне еще есть что пить. Да и не хочу я к нему идти. Для слуги Божьего у него ужасный нрав. Можно поискать писаря в чумном квартале. Или еще послушать здесь, вдруг кто-то что-то знает. Что епископу нужно от моей доченьки? Она добрая, безгрешная. У меня никого больше нет. Ты говорил о епископе? Он забрал мою дочь. Забрал! Она умница, послушная. И она не воровка. Кто забрал твою дочь? Сам епископ? Люди епископа в трущобах сказали, что она украла серебро. Что ей нужно избавление? Что? Что ты сказал? Я найду твою дочь, а она поможет мне добраться до Энгельвина. Уже целых две зацепки. Что видишь, Сюнин? This choice.
Мне уже пора. До встречи. Бдительная тут стража. Бежать везде!
Помоги! Да помоги же мне! Здесь опасно! Сюда! Еще б чуть-чуть. Не благодари. Твой отец сказал, ты у епископа. Отец? Да, это люди епископа. Но я ничего не крала. А эти мерзавцы тащили меня на избавление. Обокрала епископа? Смело. Я же сказала, что не крала. Ну, не крала серебро. Лишь взяла ключ от церкви. Он мне нужен. И людям епископа был нужен. Но я продала ключ разбойникам в водостоках. Задешево. Так, теперь еще и с разбойниками воевать. Не благодари. Удачи. В стоках гнусно. А мне нужно к отцу, пока его снова не вышвырнули из таверны. Нужно найти писаря. Я ищу одного священника, помощника епископа. Писаря. И ты тоже. К нему нынче зачастили. Видно, дело серьезное, раз так. Обычно так нам редко заходят. Так писаря искал кто-то еще? Городская стража. И он явно был не рад их видеть. Они поспорили, а потом все пошли к водостокам. Расскажи мне, где это? Прямо за холмом. Но берегись. Туда бросают тела умерших от чумы. Там адская вонь и нечистота. Солдаты верно повели писаря внутрь. Да, это запах смерти.
Тела мертвых здесь гниют и разлагаются. Это тело сгнило прямо в воде. Оно здесь уже явно давно. Чернила растеклись, но похоже на какой-то список. Думаю, это обронил писарь. От чумы, как сказала монашка. Видно, их принесло сюда. Теперь во рту мерзкий вкус. Крыс. Мелкий, но с острыми зубами. Судя по всему, Энгельвин утаивал часть десятины. Писарь узнал, что епископ крадет деньги из казны, и вскоре расстался с жизнью. Здесь пароль Иов 1.21. С его помощью можно попасть в церковь.
Должно быть вход в стоки. Свежий след. Разбойники рядом. Что это? Крысы. Мелкие, но с острыми зубами. Товар готовый к перевозке. Значит, они еще и торгуют. Везет нам? Все знают, что у епископа полные комнаты серебра и дорогих вещей. Надо избавиться от той девицы. Только она знает, что ключ у нас. Сначала заглянем в церковь. Потом прикончим. Thank you.
На головке этого ключа христианский крест. Это ключ от церкви. Внизу у нас закрыто. Вернись-ка лучше наверх. Что?
Стража тяжело вооружена. Нужно быть на страже. Прекрасно. Где те, кому поручено другое дело? А, они еще не вернулись, отче. Что? До сих пор? И если они опять пьют в таверне, то пусть прощаются с головами. Проследи, чтобы доложили мне, как только вернутся. Епископ очень хочет знать, выполнен ли его приказ. Возвращайся к своим делам. Осмотрись, Сюнин. Церковь, видно, закрыта. Из-за чумы. Но десятину заплатить можно. Твое пожертвование Господь тоже примет. Иов, 1.21. Откуда ты знаешь пароль? Разве мало того, что я его знаю? Может, ты жаждешь расспросить самого епископа? Странно, что он ничего мне не сказал. Но ладно, проходи. Пропустите Нормана! Слежу за тобой, Норман. Лучше не задерживайся. Это их избавление звучит жутко. Снова толковал об избавлении. Да немного болтают и вечно что-нибудь клянчат. Послушайте их, так Господь просто прозябает в бедности. Сам не болтай. Не то тебя сочтут еретиком и отправят на избавление. Мне нужен епископ Энгельвин. Ты знаешь, как его найти? Если ты ищешь избавление, ждать будешь долго. Мой брат там наверху ждет уже много часов. Тут что-то не так. Епископ Энгельвин ничего такого не говорил. Почему они кричат? Зачем их увели туда вниз? Поехали.
Это облачение явно для какого-то обряда. Оно может пригодиться. Ты тоже ищешь избавления? Да, не знаю. Я хочу быть ближе к Богу. Но эти крики пугают меня. Разве так должно быть? Это избавление. Его проводит Энгельвин? Да, он избавляет один. Потом мой черед. Но я не хочу так. Хочешь, я пойду к Энгельвину вместо тебя? А ты уйдешь. Скажи, что я должен делать. Тебе нужен особый плащ. Иначе тебя не пропустят. А потом иди по коридору и найди священника. Плащ у меня уже есть. А, точно. Тогда не забудь надеть ее, прежде чем войти. Иначе тебя туда не впустят. Ладно, я пойду туда. А ты уходи. Да, да, пожалуй. Как только чуть успокоюсь. Вижу, ты уже готов к обряду. Возьми ключ. Как только ты будешь готов, входи через эту дверь. Епископ уже ждет тебя. Здравствуй, странник. Твои глаза прикрыты, но ты видишь меня. Правосудие и невинность слепы, но лишь яснее видят. Найди их, освети путь и узришь дары Господни. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Путь сквозь тьму к твоему избавлению ясен, когда освящен Господом. Загадка? Путь к избавлению. Наверняка это Энгельвин. Она сказала «лучи», значит, есть еще. А это два. Правосудие и невинность освещают путь. Без них мы слепы. Нагим ты вышел из чрева матери твоей, нагим и возвратишься. Ходи же ногой и одень.
Ангелин. Лицом к лицу мне их точно не обмануть. Нужно держаться подальше от стражи. Интересно. Должен войти в воду. Мы не сможем начать обряд, пока... Сюда. Ты знаешь, зачем пришел? Да. Ты избран для великой чести. Но это всего лишь начало. Избранных ждет суровое испытание. Запомни... Слова Господа нашего, кому много верено, с того больше взыщут. Да, я помню. Другие были недостойны, как ты видел. Надеюсь, ты справишься лучше. Справлюсь. Твоя уверенность радует. Знай, что пути назад не будет. Я буду глух к мольбам. Все ради твоей души. Дьявол не вынесет боли, а ты вынесешь. Тебе все понятно? Да, все понятно. Возможно, мы обретем в боли радость и наслаждение. Его дарует сам Господь, чтобы помочь нам в борьбе. Теперь готовься. Сними одежды. И жди в воде, пока я не велю выйти. Я должен раздеться? Не стыдись. Когда ты обнажишься, стража уйдет, а мы с тобой останемся наедине и проведем обряд. Хорошо. Оставьте нас. Прекрасно. Ты сделал верный выбор. Давай же, приступим к делу. Молю тебя, о Господи, прими эту жертву! Жертва принята.
При нем был ключ и какой-то странный знак. Нужно выбираться отсюда, пока епископа не нашли. Дело не в алчности. Энгельвин копит средства на войну.